Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопижано Самаюктам Виндаванам Манохарам Ванча калпатарувасу кипасинду бхавача Патитанам павуне бхавас вишнавибхьо намо намаха Мукам кароти вачалам пангум ланхайте гирим Ят кипатам ханбанди парамананда мадавам Бриндавай тулсидев вай пиявай кешва сача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наром Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Жайо Мудия Санкиртане Кришна Катха Упадеше Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дхайям Сада Парибхабагна Мабишта Духам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Витати Хампанатапал Бхавади Путам Банде Махапурушате Чарана Равиндам Ят Пада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапикабабадушу Адарши Пурна Нурагура Сасагура Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канука бодату Санкиртанай капитару камалая такшу Вишамбару виджавару джугадхарма палу Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пухарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджушо Бадане Лакшмир Яшача Бхакшаши Яшьястихи Весамбид Там Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Рам,
Nashto praeshu abhadreshu nityam bhagavato sevaya bhagavati uttam sloke bhaktir bhavati naishtiki. Nashto praeshu abhadreshu Nashto praeshu abhadreshu nityam bhagavato sevaya bhagavati uttam sloke bhaktir bhavati naishtiki. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Jagat Prabhupada, Paramahansa Jagadguru said that with Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Jagat Prabhupada сказал, что с анартхами нельзя совершать харибаджан. И пока анартхи пребывают в нашем сердце, настоящий харибаджан невозможен, поскольку Бхагаван – он апракрита, Бхагават Дхамма, Нама, Лилы Бхагаваны, его харикатха и все остальное, все преданные, все, что связано с Бхагаваном, оно все трансцендентное. С помощью этих материальных органов чувств я не могу их оценить. И вот концепция оценки, то, что мы можем как-то их измерить, оценить, оно исходит из ложного эго. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такова Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что с анартхами харибаджан невозможен. Пока анартхи находится в нашем сердце, настоящий харибаджан мы не можем начать. И вот попытка оценить, как-то все измерить, трансцендентные вещи материальным умом, оно исходит из ложного эго. Шрила Прабхупада говорит, если у меня есть чувство превосходства, кто-то может оскорбить, кого-то имеет чувство превосходства. Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж говорил прекрасную харикатху во Вриндаване на день своего явления вроде. И вот он говорил, что вы все мои гурварга, вы защищаете меня, мое поведение, мой характер, чтобы я не сделал ничего неправильного, поэтому вы мои благодетели, мои защитники. И также в то же время Шрила Мадхава Госвами Махарадж говорит, в соответствии с Ачинтья Веда Веда Таттвы, Гуру Пад Падма и те, кто настоящие ученики Гурудева, Нитьянанда, его спутники, в соответствии с Ачинтья Веда Веда Таттвы, одновременно едины. Они едины и отличны от него. И вот, если мы имеем такое видение, то мы не можем принимать никакое поклонение ни от кого. Это невозможно. И преданные не хотят не принимать никакое поклонение ни от кого. Абхадра значит Нартха, Нартхи. И вот когда наши Анартхи практически ушли, осталось немного, буквально запах этих Анартхи, даже запах не позволяется. Запах какого-то ложного эго, враждебности, ничего не должно остаться. И вот
когда все неблагоприятное уходит, и золотая возможность начать Харибаджан приходит в нашу жизнь. И в этом случае, если мы поклоняемся Бхагавате, что-то какое Бхагавате, читание Бхагавате или Шримад Бхагавате, мы не все понимают. И хочу сказать Шримад Бхагаватам и Бхакта Бхагаватам, им обоим. Больше внимания я хочу уделить преданным Бхагаватам. В своей жизни я думаю, что я никто. И когда я думаю, сравнивая себя с Ананта Девом, мне неудобно, кто я. Я настолько мал, как насекомое, даже насекомое громко сказано. На фоне Ананта Дева я думаю, что я не могу найти свое существование. Даже пылинка, не могу сказать, что я пылинка. И откуда это ложное эго может возникнуть в моей жизни, как мы смеем оскорблять Гуру Вайшнавов? То, что я говорю, все по милости Гуру Варги. И все происходит по воле Нитьянанды. Я могу посмотреть на жизнь моего Гуру Махараджа. Вот в его время я имел возможность общаться со многими Гуру Вайшнавами. Гуру Махарадж никогда не хотел строить какой-то ашрам или храм. И так и жил. И вот таким образом Бхакта Бхагавата, преданные Бхагавата, они более важны, чем священные писания. По милости Гуру Вайшнавов сегодня я пытаюсь что-то почувствовать. И это очень важно. Перед тем, как говорить Харикатху, Тринадапи Бхава, если это качество не приходит в мое сердце, то что толку? Мы должны говорить Харикатху, имея подлинное чувство смирения Тринадапи Бхава. И когда у вас есть связь с Гуру Варгой, Сампрадай, и тогда Тринадапи можно выразить Тринадапи каким-то жестким протестом, если мы. И это значит, что у нас есть Тринадапи, если мы можем выступать против вещей, которые противоречат чистой преданности. Хотя кто-то может не понять этого, думая, что все замалчивать и делать вид, что ничего не происходит. Это есть Тринадапи, но это не так. И вот. Как, что так, если у нас есть связь с Гуру Варгой, есть или нет связь, кто-то может говорить одно, а по факту быть другое. И вот, если у нас есть связь, то мы пытаемся защитить их интерес, их защитить их достоинство и все остальное. И когда вы развили связь с Гуру Варгой, то тогда вы можете начать Харибаджан, это знаю. И вот Махапрабху в третьей шлоке Шикшаштаке говорит, и вот когда Нартхи уходит, в этот момент, если вы можете будете продолжать поклоняться Гуру Вайшнава Бхакта Бхагаватам и Грандха Бхагаватам, мы должны как и слушать, изучать Священное Писание, так и общаться с Бхакта Бхагаватами и служить им.
Здесь нитьям кто-то объясняет это слово как ежедневно, но я могу, хочу сказать больше вечно. Поскольку наша Бхагавад-сева – это естественная функция нашей души, но мы забыли. Служить Бхагавану и его спутникам, Бхакта Бхагаватам – это наша вечная деятельность. И тогда служением им мы сможем развить бхакти. Такую бхакти, которая никогда не пропадет. И до тех пор, пока вы чего-то боитесь, какой-то страх, у вас, значит, бхакти у вас не настоящая, а когда ваша бхакти, вы обретете подлинные настоящие бхакти, то тогда никакого страха, никаких беспокойств не будет. Вне зависимости, находитесь вы в какой-то плохой ситуации, очень плохой или хорошей, вы не будете беспокоиться этими, если бхакти у вас настоящая, оно не будет беспокоиться никакими внешними обстоятельствами. И вот Шримад Бхагавата Махапурана обещает, и в соответствии с этим я тоже обещаю, что мы развием Найштхики Бхакти без всякого, несомненно, мы развием такую бхакти без всяких проблем по пути. Я пытаюсь следовать Гуру Варге, следовать Шриле Прабхупаде, Бхактину Такуру, если вы сможете следовать мне, то я постараюсь вам помочь. Если вы выражаете какие-то сомнения, то что я смогу сделать? И вот таким образом великолепные шлоки из Бхагаватам мы можем найти. Харидас Такур говорит Махапрабху, я думаю, что ты вскоре уйдешь из этого мира, но, пожалуйста, благослови меня, чтобы я не видел эту лилу. Я не хочу видеть твою лилу ухода. Я хочу уйти раньше тебя. Махапрабху говорит, хорошо. Как ты можешь говорить так? Все мои баджан, все мои ананда с тобой, все мои лила, если ты уйдешь из этого мира, что я буду делать? Харидас Такур говорит, не говори таких слов. Такое незначительное существо, как я, весь мир поклоняется тебе, множество преданных во всем мире. Бесчисленные преданные. И если такой незначительный преданный, подобный насекомому, уйдет, то что изменится в вашей жизни? И тогда Махапрабху говорит, хорошо. Бхагаван Кришна, он всегда исполняет желания преданных. И поэтому, я думаю, Бхагаван исполнит твое желание. Но не говорил, что он сам Бхагаван, заметьте. И вот в соответствии с молитвой Харидас Такура, Махапрабху исполнил, благословил его и исполнил его желание, когда Харидас Такура оставил тело. И тогда Махапрабху сказал,
Кришна настолько милостив, что мы все успешны в том, чтобы обрести такую великолепную сангу, как Харидас. И вот по беспричинной милости Кришна организовал такое великолепное общение в нашей жизни. Но Кришна, он не находится под чьим-то контролем. И по беспричинной милости Кришна организовал такое великолепное общение. Но Кришна, он не находится под чьим-то контролем. И вот сегодня мы теряем в общем, то, что Харидас так вышел, и поэтому мы потеряли общение с ним. К сожалению, в наше время множество материалистов под видом преданных некоторые специально находят какие-то недостатки в них, в Гуру Вайшнава. Но Гуру Вайшнава, они думают об абсолютном благе всех душ. Они, у них нет и не может быть никакой зависти к кому-либо. У них нет желания отомстить. Даже если кто-то хочет убить их, то он может благословить таких людей перед убийством. Если кто-то их хочет убить, имеется в виду, или Иисус Христос. Можно посмотреть на его качество. Он молил Бога о том, чтобы тот помиловал их, поскольку они не ведают, что творят. И вот внешне можно найти, он вроде бы не вайшнав, но по сути у него и вайшнавские качества. Если бы не было вайшнавских качеств, как бы он смог произнести такие слова? Внешне Бхагаван дал ему задание проповедовать в тех обстоятельствах, в которых он жил. И он назвал себя посланником Бхагавана. А кто может стать посланником Бхагавана? Вайшнав — это естественно. Никакой запутанности. И вот кто сможет стать посланником Бхагавана? И вот внешне он тилаки Панхималы не носит. И, конечно, я не буду советовать вам учение и Христа. Принимать, лучше принять учение Шрила Бхактивинода Тхакура, поскольку там непонятно, какая парампара, непонятно, чему они учат. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Даже в наших Пуранах так много демонов меняют слова, какие-то... Ну, в общем, меняют Писание, и такая вот обязанность этих демонов истину прятать. Хайгрив, кто-то там Веды украл, хотел их скрыть. И это природа демонов — скрывать истину, скрывать факты. Если вы не верите, я могу множество примеров привести. Вот могу 5 часов рассказывать, приводить примеры. Protestant and Catholic, you know, but they are fighting for it.
Some of them like to hide the actual teaching, some of them like to... Some of them going to put some abnormal teachings. They say he used to take meat and fish everything. Oh, good talk. But there is no such doctrine. Who is taking fish and eat, this kind of humble mood cannot come. This kind of mood that will please Bhagavan and save them, you know, or excuse them. What? И вот можно заметить, что какие-то проповедники извращают вещи в свою пользу. Как, например, некоторые говорят, что Иисус ел мясо и рыбу, но человек, едящий это, не может развить такое смирение, которое было у него. И вот Гуру Вайшнавы, то, что они говорят, что они показывают нам всех их действий, чтобы их понять, может уйти все наше, ну, как долгое время, не все могут понять сразу, но если вы за Нитянанду, Гурангу и Гурваргу, то тогда вам будет проще понять их наследие. И вот Джагадананда Пандит пишет, что нам не нужно ждать долгое время, мы можем запросто понять. И вот Джагадананда говорит, все, что нам нужно, это простота. Кто-то хочет пратишту или нет. И вот для проповеди я вот вынужден находиться на Вьясасане, чтобы говорить с такого возвышенного положения. Но я не стремлюсь к славе или к какому-то положению, просто делаю это из смирения. И вот суть в том, Джагадананда Пандит сказал, его сердце, тот, чье сердце, то есть просто сердечным людям очень просто понять учение Шри Чайтанья Махапрабху, если они искренне. Но если они лицемерны, то за всю жизнь они не смогут понять учение Шримана Махапрабху. Все преданные Шри Чайтанья Махапрабху. Мы должны изучать Чайтанья Бхагавату, Чайтанья Чайтамриту. Или Чайтанья Чайтамриту Махакавью, Кави Карнапурам, написанную, сколько преданных спутников Гауранги Махапрабху приняли саньясу. Сколько из них, у них было большое образование или какой-то социальный статус. Это не столь важно. Важно, наше самопредание, если мы предадимся не туда, куда надо, то мы потеряемся. Имеется в виду, если мы предаемся, нужно предаваться настоящим чистым преданным Бхагавану, никому попало. То есть нужно еще разбираться в Гуру-таттве и во всем остальном, откуда вопрос враждебности возникает. In the background of Anantadev,
Если мы можем видеть весь мир в связи с... можем видеть весь мир в связи с Бхагаваном, то откуда враждебность возникнет? И когда мы можем видеть душу, пребывающую в каждом живом существе? И не будем отвлекаться на какие-то внешние факторы. И вот чистый преданный, у него не может быть никакой враждебности. Если кто-то... И вот я сижу на Вьясасане. И могу бросить вызов вам, попробуйте найти хоть каплю враждебности в чистых гуру вайшнавах, ее там нет. Харидас Такур. И вот Рамачандра Кхан какой-то хотел оскорбить Харидас Такура, чтобы показать, что он падшая душа. Но это было оскорбительно в адрес лотосных стоп гуру вайшнавов. И вот он выступал против Харидас Такура. Харидас Такура только повторял Харинам, ничего плохого не делал. И в чем проблема? Кто, почему начал завидовать той славе, которая естественным образом пришла к Харидас Такуру? И вот он хотел как-то опорочить Харидас Такура. И вот он послал какую-то проститутку к нему, и в итоге Бхагаван был очень недоволен им, не только его наказали, еще всю деревню. И И на всякий случай еще все близлежащие деревни тоже были наказаны. И вот в Чайтанья Бхагавате приводится пример такой коллективной ответственности. Если кто-то оскорбил какого-то вайшнава в каком-то храме, или выгнали какого-то вайшнава с помощью разбойников или местной мафии какой-то, этот храм становится Пури Госвами Махарадж шутил, вместо матх становится кумат. Ну, в общем, туалетом становится. То есть у него, если по-русски переводить, то есть все духовное уходит и остается только материальные вещи там. То есть вместо какого-то храма становится каким-то зданием. Если мы не можем защитить себя, как мы можем защитить других? У нас должно быть гуру вайшнавы, они сознательно совершают баджан, каждый вдох и выдох всегда. И если мы сможем достичь такого уровня, то то это хорошо. И вот нужно то есть Махарадж говорит, в наше время так называемая материя не в состоянии совершать Гавардхан Парикраму. Только сидят в комнате с кондиционером и делают вид, что совершают какой-то баджан. И вот каждый вдох и выдох
мы должны совершать харибаджан всегда, и тогда такой человек может стать ачарьей. Не перед этим, иначе так И вот, ну, Махарадж говорит о том, что проповедь должна быть совершаться достойными людьми, достойным образом. И вот однажды какие-то преданные пришли к этому Рамачандре. Нитянанда там пришел, они попросили какое-то место для ночлега. И тот сказал, что вот есть гошала, живите вместе с коровами. И Нитянанда засмеялся, сказал, ну вас так. И после этого Нитянанда ушел, и тут мусульмане напали и уничтожили всю деревню, осквернили все там, все, что только можно осквернить, все осквернили. И вот Вриндаван Дас Такур пишет, если один Махапуруш, великий преданный, чья жизнь посвящена Бхагавану, у него нет никакого страха, если кто-то чего-то боится, то такого человека нельзя назвать преданным. И таким образом, что случилось? И если в какой-то деревне, в которой вайшнав оскорблен кем-то, то эта деревня, еще все соседние деревни становятся подобными крематорию. И вот и в таких храмах, где специально выгоняют гуру вайшнавов, такое же происходит. То есть можно заметить, что многие так называемые храмы превратились в какие-то просто отели, какие-то гостиничные эти. Ну, кроме гостиничного бизнеса там ничего не осталось, только вывеска духовности. Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж, когда к нему кто-то приходил, он в выражениях совершенно не стеснялся. Он видел людей насквозь и говорил то, что о них думает. И вот Махапрабху сказал Санатану Гасая: «О, Санатан, смотри, как охотник стал великим святым с помощью Нарады. А сейчас преданных кому-то запрещают на Харикатху ходить или еще что-то. Поскольку некоторые вайшнавы могут говорить вещи, которые стандартно, имеется в виду, могут говорить то, что есть на самом деле, называть вещи своими именами, и не все могут этого потерпеть. И можно видеть, что под именем сатсанги происходит асатсанга. Чтобы понять, что такое сатсанга и асатсанга, я думаю, нам нужно ждать тысячи жизней.
чтобы понять разницу. Между сатсангой и асатсангой не все могут видеть эту разницу. Когда я был во Вриндаване, я был достаточно глуп. Даже не знал, кто премьер-министр Индии в наше время. Ну, раньше Махарадж только занимался с Парикрама Гирираджа. И, ну, кроме этим, кроме как Баджаном, ничем, уединенным Баджаном, ничем не занимался. Вот тоже говорю Харикатху, но там слушателей было там один или два человека. Ну и Бхагаван Суринараян. И так ничем больше не интересовался. Махарадж шутит, что никакими материальными вещами не интересовался. И вот в то время было, у меня не было никакого интереса к этому чисто гуру вайшнава. Они... И вот страх, он приходит к нам, когда мы хотим обрести какую-то славу, пратишту. Гуру сева не значит только готовить для Гурудева, стирать одежду. Нет, это не гуру сева. Гуру сева, есть два вида сева в этом бесконечном мире. Гуру сева и лагу сева, майя. Кто-то может дурачить вас, что кто-то не совершает гуру сева. Что такое гуру сева? Те, кто вот эти клопы. Кто-то может подумать, что они общаются с гуру вайшнавами, сося их кровь ночью. И вот можем наблюдать, некоторые люди тоже таким же образом общаются с гуру вайшнавами. How long you can come out successful by parties? Someday we'll have to die. I can see your death coming. Если кто-то заявляет, что занимается духовной, живет духовной жизнью, но занимается только политикой, то можно посмотреть, что дальше случится с такими людьми. I can see your death. After that, what you can do? Махапрабху говорит, великолепие сатсанги, в чем даже если мы можем обрести общение даже не на короткое время с подлинным саду, то наша жизнь изменится. И откуда враждебность возникает, почему кто-то хочет отомстить кому-то. И вот Махапрабху говорит Харидасу. Харибхакти-прабритта, Джехи-прабритта-харибхакто,
И вот Махапрабху говорит, смотри, как великолепно этот жестокий охотник, который убивал животных, стал преданным. И Махапрабху приводит пример. И вот такие великолепные качества, сверхъестественные, трансцендентные качества развились внутри вас, это естественно. Да. Те, кто совершает харибаджан, для них это естественно. Вам не нужно идти в школу, учиться Тринадапи и прочему. И вот во Вриндаване я получил, почувствовал напрямую, что наша сампрадая в особой какой-то опасности, нужно совершать какую-то особую джапу, хотя бы, ну и что-то делать, в общем. И вот я почувствовал, что наша сампрадая в опасности. Потом какое-то чудо случилось. На следующий день сампрадая в опасности. Какие-то демоны хотят развалить сампрадаю ради каких-то мелочных вещей. Как можно видеть, в Индии популярно продавать своих детей каким-то демонам. Even last time when they arrange one separate registration they do in government, I can publish it. We have already separate, we have already old registration paper. Bishop, we have Saraswat Gauri Vaishnava. They are so clever. They arrange one separate paper by giving money to government. Follow. We have that old paper. Very shortly, I am very busy. Very busy whole day. So I can publish it that you see, we have old paper, Bishop our Saraswat Gauri Vaishnava Sangha. They are going to give some bribe to some mot, and they like to call them one or two mot, they like to make a separate. They are not Saraswat Gauri Vaishnava Sangha. They are thrown out of Saraswat Gauri Vaishnava Sangha long ago. Long ago. But they like to prove external. I can publish it very shortly for your kind information. So it's not a matter of joke, Hari Bhajan. Hari Bhajan, это не шутки. Not a matter of joke. They go to Vrindavan. They like to get some, they like to see some side scenery, you know. Govardhan side scenery. Radha Kund side scenery. Какие-то люди ездят во Вриндаван, смотрят на какие-то. Why don't you come from this AC room and car? Do parikrama. How much parikrama you have done in your life? How much your acharya done? You show? You cannot arrange your own mangal. How you can arrange? Rup Sanatan, they have no time to take prasadam. They only taking, you know, cheap bit. Вообще не понял, что они там смотрят, сайт сценарий.
ну, картинки какие-то, в общем. First of all, when they come, I can go on speaking some tattva. You go on speaking tattva for 5 hours. Acha, okay, now 1 hour. Oh, okay, half an hour. This way. Cannot speak. Because those who are not in link with Guru Varga, those who are not in link with Guru Varga from up, they cannot speak continue. Maybe they can memorize something and speak something. In your whole life, can you show how much glorification you have done for Guru Vaishnava? Okay, I leave you for your Guru Papa, whom you think you are Guru. You will think, actually not your Guru, whom you think you publish that is Guru. Okay. Можно спросить в каких-то ачарьи, сколько вайшнавов они прославили, ладно, даже сколько они прославили того, кого считают своим гуру. Но можно наблюдать, что некоторые прославляют только себя, и в этом их проповедь. Я не знаю, как. Я не какой-то юрист, но... Automatically, to stop your nonsense. Link coming, automatically. Someday, I went to... И вот однажды я отправился в Кришнанагар с каким-то преданным, поскольку какой-то этот негодяй. Already wanted to change, but he is not staying with me physically. Physically staying, mentally no. Finally, he demand this lakhs of amount. I say, Abhima, where I can? He started fighting, calling all outside people. Finally, those devotees they took me in Kishanagar court, and in court. We are going to submit this paper with the district magistrate to take a special care of this matter. So, очень хорошо, там случай рассказывает. He told me what to type, go on speaking. I went on speaking. That paper is there with me. Within 15 minutes, I complete my speech. When the paper come out, somebody who is having legal idea, legal matter, he read. You have no, you are not a legal man. How you write this way? He's speaking. Automatically writing. That you submit in the police station, somebody will, and in district. After that, the from Lal Bazar headquarters, police department, Chakravarti, he is also devotee. He came, he is hearing my Harikatha. Now he is normal. He came to solve the problem. He is speaking, Maharaj, you speak one time. I can take you to jail. I said, no. I don't want to send him to jail. I like some solution. Then all he takes so many amount of money, I take loan from outside and give him that money. He put in post office of bank. I told this money you cannot enjoy in your life. You keep in your bank, but you cannot enjoy your life. So, what to do? Chaitanya Bhagavat, we are reading. И вот мы читаем читание Бхагавату, но не понимаем славы Гуру Вайшнавов. Только и только говорится в шастрах. Те, кто чистые и преданные, они могут прославить Гуру Вайшнавов. Другие люди могут говорить что-то. Но это не прославление. По сути,
они не знают славы Гуру Вайшнавов, а хотят прославить только себя. Ну, Махарадж говорит о том, что все упрощают. Саньяси живут с женщинами, но при этом делают вид, что они отреченные саньяси. Вот, то есть честности у них не хватает. Даже обычной честности, что говорить о чем-то еще. Putting strong objection to Guru Dev. What? From hotel, how we can? Yes, it's possible. Preaching? Yeah. This kind of preaching, I can pass stool and urine on this kind of preaching. Ну и можно наблюдать под именем проповеди, какая-то пропаганда происходит. Название только другое. Society cannot understand the position of those acharyas. By the order of Bhaktivinoda Thakur, и по указанию Шрилы Бхактивинода Тхакура я вынужден говорить снова и снова об этом, и это Харикатха. Чтобы спасти весь мир от этих обманщиков. И вот Чайтанья Бхагавата мы пару месяцев назад, последний раз обсуждали, и вот говорится, что все творение, поддержание и уничтожение, все делается Анантадевом. И это моя просьба всем и каждому. Мы должны уделять внимание Шуддха Гуру Варге Нитьянанде Прабху, чтобы продвигаться на пути баджан. Это моя просьба вам. И вы можете... Все, что бы... Махарадж просит читать Бхагавату, читать хотя бы 5 минут в день. Это очень поможет на вашем духовном пути. Не думайте о деньгах. Деньги автоматически придут. Но не уделяйте этому слишком много внимания. Те, кто совершает баджан, для них автоматически само все придет. Автоматически.
Почему бы нам не уделять? Но Махарадж говорит о том, что некоторые путают духовность с бизнесом и занимаются только сбором денег. И в этом заключается вся, весь их баджан и вся проповедь. I am not speaking, not to Nagurati. Not to Nagurati. Ortholab Eyase, Romya Piri, Deshe Deshe. Continue. Preaching can be done. Проповедь может совершаться чистыми преданными. Им не нужно куда-то ездить. Они могут проповедовать, находясь в одном месте. Гурупад Падма говорил, если наш баджан совершенен, если наше поведение совершенно, и тогда влияние вашего баджана будет распространяться на весь мир, и все, кому надо, они придут к вам. Как Гурупад Падма приводил пример с цветком, цветок не ходит, и не приглашает и не охотится за пчелами. Он просто цветет, и пчелы, привлекаемые его ароматом, они сами слетаются к нему. И вот Гурупад Падма говорил, мы должны уделять внимание нашему баджану. Нам не нужно бегать за всем миром. Весь мир придет к нам. И можно наблюдать, что какие-то люди под именем Рагануга, Рупануга, Баджана просто обманывают людей. И вот день явления года. Ну, в общем, Махарадж был во Вридаване, там эти матаджи в Раджаваси пришли, которые поклоняемы для нас, и там какой-то ачарья позволил им мыть свои ноги и их волосами. И хотя в Раджаваси матаджи, они поклоняемы для нас, и такое как бы оскорбительное, тем более в адрес какого-то падшего гуру. Майя, она не может позволить нам стать простосердечными. Она постоянно будет мешать нам и лишать нас сокровища Кришна Бхакти. И таким образом я открыто провозглашаю, находясь здесь, сидя на Вьясасане перед читанием Бхагаваты и перед Туласи,
если... То есть нужно совершать баджан правильным образом. Если баджан совершать неправильно, то ничего не достигнете. Даже если всю жизнь или вечно совершать неправильный баджан, то ничего не достигнете. That Maharaj can speak. Many Maharaj. Here also one Maharaj. Here one Maharaj. Здесь тоже вот один живет, Махарадж так называемый. I can take you to that Maharaj. He's going to foreign country. Тоже ездит на Запад, занимается пропагандой и сказал мне, что проповедь на Западе просто пустые разговоры, немножко по-английски говорит. Ну, в общем, занимается только тем, что деньги собирают с этих, с прихожан. Никакого порядка, никакой философии, просто сбор денег с населения. И в этом их проповедь заключается. Ну, то есть говорит о том, что стандарты проповеди очень сильно опустились. И многие путают бизнес с духовностью. I can discuss some point. At Abhirbhaktiti, I was not there. I was in train. In Tirubhaktiti, I can speak. The last moment of Anugusri Maharaj, you can start crying. Follow? So viraha, fire in the body. Nobody can touch his body like fire. And devotees are putting ice bar. In his body, our eyes were melt. But you are speaking, he is Mayavadi, he is not speaking Krishnam, nothing. I think Bhagavan can never excuse in infinite pure. I'm sure about it. In infinite pure, Bhagavan can excuse. This kind of viraha, that the body becomes fire, where is Radharani? И Бхакти Харида Бандав Гасай Махарадж перед в конце своей жизни он чувствовал такую огромную разлуку с Господом, что ученики пытались его охладить как-то льдом, но лед весь плавился на его теле. А если кто-то называет его негодяем, то кто он сам? И, и вот творение, поддержание и разрушение мира, оно все происходит по воле Нитянанды. Если кто-то выступает против чистого гуру вайшнавов, то можно посмотреть на последствия. Guru Maharaj going,
If you ask me, I can Pushpanjali until the little feet one cross. I can, because I know inside cross, Bhagavan is there. But still I am bound as an acharya, I am bound to protest. This is actual harikatha. Protest is actual harikatha. It's like fire. Without protest, Bhaktivinoda speaking, they cannot rectify. Follow? So Guru Padmasambhava going there to pay Pushpanjali, what wrong in it? What is the strange in it? What strange? Так, о странностях. Однажды один Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж написал кому-то письмо о том, что просил взаймы денег для поклонения этому Ананта Васудеву. Но тот, кого он просил, в ответном письме отругал последними словами, но все же Шрила Пури Госвами Махарадж потом пошел к нему после его смерти на его церемонию самадхи и предложил цветы. Почему? То есть внешние люди в замешательстве от такого поведения. То есть вроде его как бы грубо с ним обошелся, а Шрила Пури Госвами Махарадж наоборот его простил и даже цветы на его могиле предложил. И вот так люди некоторые сконфужены, видя внешнее поведение гуру Вайшнавов. То есть они думают, что если Вайшнав кому-то предложил цветы на его могиле, то тот человек сразу святой. Но это далеко и не всегда так. То есть нужно еще предысторию всего выяснять, а не просто какое-то поведение, которое может быть истолковано совсем наоборот. Как можно смотреть в книгах Бхарати Махараджа, пишут какую-то ересь, которую Бхарати Махарадж в жизни никогда не говорил, не думал и так себя не вел. То есть явно что-то там дописали от его имени, прославление каких-то совершенно левых людей. Я вот знал Бхарати Махараджа очень долго, мы близко общались, и читая его книги, ну, я, в смысле, вышедшие после его ухода. Вот однажды Бхарати Махараджа тут появился какой-то негодяй под видом севака и сказал, что через 10 минут я уходил. Но тема была больше, более длинная, и поэтому думаю, что всем давать больше, меньше, чем 10 минут до их служения. И вот поэтому неудивительно, что с таким отношением к гуру и его спутникам люди ничего не достигают. Но если по-настоящему человек совершает гуру сева, то он сам становится гуру. Гуру сева — это такое, что совершая гуру сева, вы сами становитесь настоящим гуру. Это автоматически происходит. А в наше время, к сожалению, это забывают, и гуру выбирают с помощью каких-то выборов. By the gesture of Nityananda, destruction, creation, entrance, death. And those who are the devotees of Nityananda, преданные Нитянанда. Nitai charan shatto, tahara shivak nitto, nitai charan sadakaras.
Нитьянанда вечен, его спутники тоже вечны. Творение, поддержание, разрушение мира, оно происходит. Нитьянанда, он без... Когда мы думаем о Нитьянанде, у нас не должно быть никакой дуальной концепции. Он Нитьянанда, он вечен, она, его слава бесконечна. Но все же, кто может понять, кто такой Ананта? Мы малые души. Как мы можем понять Ананту, даже говоря так много вещей? Кто, что такое Ананта, бесконечность? Как ее понять? И вот читание Бхагавату, Прартхана Према Бхактичандрику, нам не нужно изучать никаких книг. Очень просто, мы можем обрести лотосные стопы Гауранги. И что же делать? Никто не уделяет внимания просьбе Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура сказал, что каждый день мы должны читать читание Бхагавату. Да, читание Чайтамриту не обязательно читать, а читание Бхагавата даст нам большее благо. Она может дать нам бхакти. И вот. Если мы произнесем только имя Анантадева, вся наша материальная обусловленность, она пройдет. Такова слава Ананты, Анантадева. Патитанам Павана Вайшнавьо Нама.